док, давай сдадим назад. Для разгона дороги не хватит. Дороги? Там, куда мы едем, они нам не нужны. Думаю, только ленивый никогда не видел фильм о перемещениях во времени назад в будущее. Ведь с момента выхода первой части этой кинофраншизы прошло уже более 3,5 десятков лет. И вот сегодня давайте узнаем, как изменились ключевые актеры фильма «Назад в будущее». Ты что это тут делаешь? Биф? Я с тобой разговариваю, Макфлай, ирландский идиот! А, привет, Биф, привет, ребята! Алло, алло, есть кто дома? А? Думай, Макфлай, думай! Тихо, идем. Все чисто. Знаешь, на этот раз я не виноват. Вот бы поехать на озеро в этом джипе. Постелить спальники в его кузове. О чем мы говорили? Вот об этом. Дженнифер! Я не буду в этой забегаловке работать Выбираю вечно. Выбираю выражение. Я пойду учиться в вечерней школе. И после нее я стану большим человеком. Так и есть, он станет мэром. Познакомься с моим другом, Джорджем Макфлайм. Привет. Очень рад познакомиться с тобой. Слушай, я должен пригласить Лоррейн на свидание, но не знаю, как это делается. Слушай, не спеши ты так. Привет, мам. Кельвин Марти. Мам, Лоррейн, как ты узнала, что я здесь? А, ты так говоришь, словно ты на первом свидании. А, вроде того. Расслабляюсь. Док? Марти! Я доктор Эммет Браун. Мы находимся у торгового центра. 26 октября 1985 года, час 18 ночи. Док, о чем ты? Ну что с нами может случиться в будущем? Мы что, станем кретинами? Кельвин? Почему ты упорно зовешь меня Кельвином? Но ведь тебя так зовут. Кельвин Клайн? У тебя на белье написано. А! Меня зовут Марти.